Honda Accord, 93-й год, так называемая американка, пробег 200 тысяч миль. Проблема при переключении трансмиссии, реверс и паркинг. Очень трудно было снять с паркинга, с реверса на паркинг. Была разобрана полностью вся кулиса, так называемая. В чем была загвоздка? Сначала я думал, это будет этот электромагнит, который снимает с паркинга перед тем, как поставить на реверс. Оказалось, электромагнит работает отлично. Начал грешить на тросик, что тросик, возможно, загрызает. Да, конечно, мусора было очень много мусора, но это ерунда вся. Начал грешить на тросик, что он загрызает. Был использован ВД-40, промывательная жидкость, шприц закачал 5 кубиков, пытался вдуть сюда, под этот манжетик. Манжетик был снял, пытался закачать, потом переводил, эффекта 0 было. Как загрызала, так загрызала. Следующий шаг мне было нужно лезть туда уже, к трансмиссии. Что я и сделал. Некогда монтировать мне ролик, чтобы было все красиво. Извините. Итак, по трансмиссии был такой вот, на самой, вернее, трансмиссии был лючок, что отходит от тросика, вот этот тросик, богуден тросика, был лючок такой, и сама лапка, вот лапка. Попробовал, лапка ходит вроде бы нормально. Следующий шаг у меня был, просто залил ВД-шку, вот этот тросик. Он как бы немного так идет вниз, а потом дальше вверх, к селектору. Вот и залил ВД-шку, вот еще капля осталась жидкости. И так же сам начал работать с селектором. И случилось чудо. Приключения стали идеальные просто. Окей, товарищи, не расстраивайтесь, если у вас проблемы переключения с паркинга на реверс. И это небольшой дел, просто проблема в тросик. Всем до свидания.